Учебно-тренировочные сборы проекта «Инженеры будущего» собрали в Грайворонском районе около 50 учителей из разных районов области. Обучение для них организовано по нескольким направлениям – объемное рисование, навыки работы в 3D-программах, 3D-сканирование, моделирование и печать. Возможность попробовать профессию руками. В Белгородском онкодиспансере прошел открытый урок для учащихся гимназии номер 2. Школьников познакомили с самыми современными технологиями диагностики рака. В Старом Осколе состоялся открытый чемпионат по зимнему плаванию. Турнир собрал на местном пляже не только старооскольцев, но и моржей из Белгорода, Губкина и Валуек. Участникам соревнований предлагалось проплыть в открытой проруби дистанцию в 25 метров.